А можжевельник с камней. Как мы выкапываем такие крупные растения? Обычно приходится обходить его вокруг лопаткой сначала. Это мы на изгородь, если кто в нашем телеграм-канале видел уже, я там выкладывал, что мы там изгородь делаем перед питомником. То есть обкапываем его хорошо, ну там кома не сильно большие надо, по идее-то, чтобы выкопать его, надо сначала вот так вокруг обойти. Так, так, полностью. Ну, я потом ускорю. То есть по кругу обходим. Можете это делать большой лопатой, мне удобнее маленькой. Все выгребаем. И так это делается по кругу. Ну, обычно это делается осенью или весной. Ну, можно и зимой делать. Тоже не проблема. Там мерзлого грунта будет сантиметров 10. Все остальное. Как говорится, дело техники. Так, ну, вот мы с одной стороны обкопали. То есть вокруг надо сейчас будет обкопать. Все. Ну вот так обкапываем. Ну я обычно на ширину лопаты. Осталось нам два можжевельника там досадить. Соответственно, потом изгородь. Она там в пыли, естественно. Конечно, плохо возле дороги. Но все равно. Так, здесь мы вот на ширину лопаты можно смело. Смело убирать грунт. И на глубину. Ну, глубина потом, конечно же. Ну и то, это ком большой для можжевельника. Его просто поднять очень трудно будет. Поэтому мы его будем срезать однозначно. Потому что манипулятора нету. Как мы выкапываем большие растения, я вам покажу. Многие просили. Так, корешки торчат, но ничего не делаешь, их надо обрубать. Потому что иначе никак. Теперь можно закругляться. Под низ. Ну, в основном тут очень долгое время уходит. Много времени, но то, чтобы ком обкопать. Потом уже большую лопату возьмем и вытащим его. Покажи, пожалуйста, вокруг.
Вот такой вот ком должен получиться. Ну, как, не ком, а, да, когда вы окапываете. Ну, предварительно перед этим обязательно пролить. Дня два подождать можно. То есть, все должно быть примерно вот так. Все, давай, Жень, попробуем выкопать его. Да. Здесь ты. Ноги. Все по кругу лежит. Ну, сначала просто провязайте его. Потом легкими подергиваниями. Вот все. Он у нас вышел. Теперь на тачку. Что, подтаскивать тачку? Или он не вышел еще? Все. Или обрубать будем? Что там обрубать? Да он там снизу обрубил. Сейчас хоть полегче было. Вот такой вот. Должно получиться. Я тебе говорю, снизу давай обрубь. Все, вот такой ком снизу. Все, и поехал садиться на постоянное место роста.